Забегаю домой, говорю, я наконец-то создала. Ты не можешь просто отключиться. Я создала один день, который я категорически не отвечаю на звонки. Эту грань они не имеют перейти. Я постоянно что-то усовершенствую. Пока они будут копировать это, я сделаю что-то новое. Ты должен постоянно что-то новое для каждого поколения создавать. Ավելորդ քաշի դեմ պայքարող Լիլիթ Բասյանը տարիներ առաջ ծննդաբան դառնալու մասին չէր էլ մտածում, անգամ չէր պատկերացնում, որ մի օր կմշակի ճիշտ սնվելու սեփական մեթոդը. Обычно люди считают, что если это диета, это должно быть всё невкусное, это должно быть варёное. Я пыталась разбить этот миф и показать, что можно вывести новое пищевое поведение, есть вкусно и не поправляться. Ինչպես սկսվեց Black College ճանապարհը? Находясь в Швеции у своих друзей, я во время похудения пила активированный уголь. И мы сидели за столом, я посмотрела на этот уголь, посмотрела на эти продукты и сказала, я устала брать с собой везде этот уголь. А что будет, если я создам пиццу? Так как я любила всякие хлебобулочные изделия и позвонила, так как я по профессии вообще технолог общественного питания, я позвонила своему повару и сказала, что у тебя завтра вот технологическая карта, создай мне, покажи мне, а по приезду, чтобы это все было готово и вкусно. Ծննդաբանի մասնագիտությունը ձեռք է բերել, որպեսզի գրագետ սնվի։ Ուղիղ 7 ամիս է տևել սև դիետիկ լավաշի ստեղծման ընթացքը։ Երբ այն արդեն պատրաստ էր, նույնիսկ հարազատները թերահավատ էին, որ համեղ է, և մարդիկ կգնեն ու հաճույքով կուտեն։ Цвет не имеет значения, главное вкус и главная польза от этого. От любого продукта очень важна также польза. И когда я создала, бегом забегаю домой, говорю, я наконец-то создала. Мама, папа, я создала. Папа так посмотрел, сказал, попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, попробуйте. Они сказали, Лиль, не обижайся, ну мы не сможем. Ты не огорчайся, если его никто не будет покупать. Я сказала, его будут все покупать. И так произошло. Իսկ հասարակությունը հեշտ ընկալեց ածուխի հանգամանքը։ Я иногда слышу со стороны, как активированный уголь будет вредить здоровью. Լիլիթը շեշտում է, երբեք չէր ստեղծի մի արտադրանք, որը կարող է որևէ կերպ վնասել մարդուն։ Black Cole-ի ամբողջ արտադրանքն ուտում են նաև ինքն ու որդին։ Для меня очень важно делать всё своими руками. Я понимаю, что это время уходит из моей жизни и уходит из моего здоровья, но я никак не могу. Я должна лично, элементарно общаясь с клиентами, очень многие клиенты, когда звонят мне, это вы, правда, вы отвечаете на звонки, я говорю, да, не удивляйтесь. То есть для меня нету даже такого, то есть для меня это норма, я не понимаю, почему человек удивляется, потому что если он хочет похудеть со мной, он должен быть на связи со мной, а не должен отвечать кто-то за меня. А там, если уже времени хватит, что-то оставлю на себя или уделю время, естественно, своей семье, своему ребенку и своим друзьям. Բազմազբաղ գործարարին միշտ չի բավականացնում ժամանակը, որովհետև ամեն ինչ ինքն է անում։ Հարազատների համար ժամանակ շատ քիչ է մնում։ Որպես մխիթարանք շաբաթվա մեջ 1 օր նվիրել է որդուն։ Я создала один день, который я категорически не отвечаю на звонки, не отвечаю на сообщения. Я назвала это день моего ребенка, день Алекса. Это воскресенье, меня никто не должен трогать. Да, это вот его день. Естественно, сейчас лето, он на даче находится, но и то в силу моей занятости я обязательно должна хотя бы через день поехать его поцеловать, неважно, на 5 минут, на 10 минут. Я обязательно должна быть с ним. Тяжело, я вам честно признаюсь, где-то отчасти закон успеха в моей работе имеет вторую часть. Это потеря чувства комфорта, чувства личной жизни. Ее нету. Почему? Потому что ты не можешь просто отключиться. Элементарно ты не можешь поехать отдохнуть и просто выключить телефон, потому что на отдыхе.
Գործունեության առաջին տարիներին Լիլիթը միջոցներ չի ունեցել շատ աշխատողներ ունենալու համար. У меня была маленькая пекарня, и нужно было делать многое самой, чтобы пошел оборот вот этот. И по ночам режешь этот лаваш, упаковываешь, хлеб упаковываешь, приходишь вся в муке, в угле, уставшая домой. Лилитն իրեն համարում է պահանջկոտ, բայց լավ ղեկավար. Շատ հարցերի են բռնում, ով է մոտենում. Ընկերը նրանց համար խրախուսում է, որ կրթվեն, զարգանան ու միշտ առաջ գնան։ Սակայն Լիլիթը երբեք թույլ չի տալիս, որ չափն անցնեն և ծուլանան։ Эту грань они не имеют перейти, потому что насколько я могу быть другом, понимающим человеком, если они перейдут эту грань, где они могут как-то навредить мне, все. Սննդաբանը կարծում է, որ ամեն մարդ չի, որ կարող է բիզնեսով զբաղվել, պետք է շատ աշխատել։ Я не понимаю, когда мне вот эту фразу говорят, что я хочу что-то открыть, чтобы это работало на меня. Такое не бывает. Если ты хочешь, чтобы это действительно было успешной работой, успешным бизнесом, ты должен работать на этот бизнес. Это действительно так. Ты должен стоять над головой этого бизнеса и контролировать абсолютно все, чтобы эта цепочка, она действительно постоянно крутилась, не было остановки. Ну а для женщин, которые вообще хотят найти себя в этой жизни, да, то есть начать работать, иметь какую-то карьеру, да, и в этой карьере быть номер один, вера в себя. Լիլիթը անհաղթահարելի դժվարությունների գրեթե չի հանդիպել, նա երբեք չի հուսահատվում, եթե այդպիսի պահեր էլ լինում են, ապա շատ կարճ են տևում. У меня редко бывает так в жизни, что я могу сказать, это невозможно пройти. И если я такую фразу скажу, то следом через минуту невозможное станет возможным. То есть это минутная апатия может быть, что это невозможно сделать. И вот эта апатия проходит, нет, это возможно сделать. Вот выход, вот дверь. Надо идти к ней. Լիլիթն առավել դժվար է հաղթահարում անարդարությունը. Ամենամեծ հիասթափությունն ապրել է, երբ տարիների աշխատանքն ընդամենը մեկ գիշերվա ընթացքում կրկնօրինակել են. Начали все копировать. Кто как может. Естественно, по сей день никто не смог скопировать один в один. Я постоянно что-то усовершенствую. Пока они будут копировать это, я сделаю что-то новое. И вот так. То есть, если это копия, это просто копия за счет цвета. Абсолютно. То есть, просто пытались серый, темный, черный, темно-серый сделать, черный, что-то как-то скопировать. Հիմա Լիլիթ Բասյանը ժպիտով է ընդունում, երբ տեսնում են, որ իր արտադրանքը կեղծում են. Я знаю, что пока они думают о том, как скопировать что-то, мне Бог дает новую дверь, открывает новую дверь. Мне главное, что Бог в помощь, а остальное, что они будут делать, это пусть на их совести останется. Ինչպիսին կլինի Լիլիթ Բասյանի գործնեությունը տարիներ անց? В разных странах, в разных городах. По крайней мере, в 5 точно должен быть Black Call. На этом не останавливаться, создавать что-то новое. Новый хлеб обязательно должен выйти, новая технологическая карта с другим углем, над которым я сейчас работаю. Полезный новый продукт. То есть люди меняются, и на самом деле, смотрите, генофонд очень сильно тоже меняется. И от этого очень многое зависит. То есть дети, рожденные спустя 20 лет, да, они с другим уже генофондом, естественно, и строение организма очень меняется. И постоянно нельзя стоять на месте. Ты должен что-то, то есть ты должен постоянно что-то новое для каждого поколения создавать. Для каждого поколения.